Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас очередная серия про абхазский ремонт. Расскажу более подробно, что у нас тут нового. Давно видео не снимала. Особо показывать было нечего. Летом у нас практически работы никакие не велись. А сейчас вот мы решили продолжить. Здесь у нас было обычное окно. Мы его заменили на панорамное. Изначально была идея сделать балкон, но сейчас балкон решили оставить один на втором этаже. А внизу вот здесь у нас будет просто одна большая терраса с выходом на кухню. Мы уже дочистили сад. Конечно, это было не из легких задач, но спасибо ребятам, они прям справились хорошо. Колючка была, наверное, 5-7-летней давности точно. Вот, немножко садовые деревья внизу, конечно, не все даже цвели в этом году, ну, потому что колючка была просто невозможно пройти. Так, ну в сад я сейчас спущусь, тоже покажу, что там у нас есть. Также мы привезли новые саженцы из Краснодара, те, которых здесь не было. Значит, это у нас одна из комнат на втором этаже, она проходная. Хотели эту стену заменить, но как-то тут так все ненадежно сделано, поэтому решили уже ее оставить. Крышу тоже будем менять, крыша у нас сейчас в таком вот состоянии, то тоже все будет сниматься. Здесь также я планирую сделать одно большое панорамное окно с видом в сад, а вот это окно мы заложим кирпичами. Это у нас большая спальня, и здесь у нас тоже появилось панорамное окно с видом на мандарины. Очень классно, сразу прям стало так светло. Значит, здесь одно обычное окно и балконная дверь, как раз у нас над входом будет козырек, и над ним будет выход на балкончик. Но вот это окно прям мне очень нравится. Классно. На этом балконе в дальнейшем будет санузел. Второй, на втором этаже. Так, сейчас мы спустимся по лесенке. Здесь у нас вход также перенесен. При входе здесь гардеробная с правой стороны. На первом этаже мы уже частично сделали штукатурку, и у нас готовая электрика. Вот эта комната тоже мне очень нравится. Это комната для мамы. С одним большим панорамным окном. И здесь будет выход в сад. То есть визуально она у нас будет по площади гораздо больше, потому что 3 метра у нас здесь будет залита опорная стена, и на ней сделана терраса. Вот этот мандарин у нас в этом году плоды нам давать не стал. Видимо, мы его перегрузили такой кучей бетона. Зато хурмы прям куча, не знаем, куда девать. Так, здесь у нас как раз вот наша красота краснодарская. Бугенвиллия, финиковая пальма. Бугенвиллия аж 5 штук я взяла, так давно ее хотела. 2 вида лимонов. Это у нас сирень, розмарин. Что пока не успели посадить. Вот здесь вот я высадила также 2 вида папоротника. И бананчик у нас вот такой вот прям классный вырос этим летом. Так, ну здесь у нас, если кто смотрел мои предыдущие видео, помнят, что 2 панорамных окна, вернее, 1 панорамное окно и 1 окно с балконной дверью с выходом в сад. Вот эту хурму мы тоже будем убирать. Вид классный на эти поля, вот смотрю на них и думаю, как классно, что там никого нет. В общем, также нам сейчас предстоит следующий этап работ, это привести в порядок потолок, вернее пол на втором этаже, потому что он сейчас гуляет, будем его укреплять. И окна уже заказали. Привет, Кися! Привет! Кошек очень много в Абхазии, просто безумное количество. Рождаются каждый день, не знаем, куда девать. Заезд у нас, получается, будет вот здесь. Здесь также будет парковка для машин. Апельсиновое дерево обнаружено было после расчистки колючек. Участок 13 соток, 70 метров длиной, 18 метров шириной. Что у нас здесь растет? Фундук. Вот такой вот. Правда, не собирали его ни разу еще. Это фейхуа. 8 мандаринов. Киска, ты со мной? 8 мандаринов, 8 штук хурмы. Хурма, кстати, классная. Заказала специальную палочку с мешочком на Алиэкспрессе, потому что в том году мы так и не смогли ее собрать, уж очень она высокая.
Участок у нас немного здесь под наклоном, но внизу уже более ровная площадка. Посадили мы мальчика и девочку, это у нас облепиха. Вот, сказали, обязательно надо две, одна не будет плодоносить. Тут вот они у нас рядышком. И также вот здесь вот высажено две груши и четыре новых яблони внизу. Яблок на участке не было. Мандарины, персик, груша, фундук, фейхоа. Вот, поэтому посадили яблок целую кучу. Фасад у нас сейчас вот таким образом выглядит со стороны, немножко устрашающе. Но я думаю, окна когда поставим, уже будет другой совсем вид. Погода классная, настроение тоже хорошее. Правда, еще костров нам сжечь, не пережечь. Так, вот у нас тут наши яблоньки новые. Сорта такие интересные. Не знаю, в Сочи были такие или нет, но просто были в Краснодаре и решили сюрприз. Скарлетт сюрприз. Это у нас яблоня Орфей. Ну так, для информации вам, стоимость саженцев в Краснодаре 250-350 рублей. В Сочи не знаю, сколько стоит. Но мне сказали, что в Сочи может просто таких видов не быть. Также на участке у нас есть колодец. Вот это, конечно, все надо чистить. Это мха. Подстригать. А, виноград, кстати, тоже еще здесь у нас есть. Ну, короче, работа, непочатый край. Ой, мандаринчики. Мандаринчики уже кое-где желтенькие, но в основном, конечно, еще зеленые. Я думаю, недельки через две, наверное, уже можно будет. Пока они чуть кислые. В общем, вот там у нас конец участка, и даже с конца немножечко видно море. А расходная часть у нас сейчас по тому объему работ, проделанному, который вы видите, с учетом заказанных окон, где-то в районе 600 тысяч рублей. Вот такая вот у нас работа проделана. Конечно, дел еще очень много, все вы меня пугаете. А, Ира, сколько же тут еще работ? Ну, ничего, потихонечку все сделаем. Я думаю, что после Нового года уже будет у нас новоселье, по крайней мере, хотя бы на первом этаже дома. Вот, понравилось видео, было полезным. Ставьте лайк, если еще не подписались на канал, делайте это прямо сейчас. А на моем канале много интересного о Сочи и Абхазии. Всем отличного настроения и хорошего дня!